На улице Степной в Ленинском районе Новосибирска достраивают уже вторую очередь дома, который предназначен исключительно для переселения людей из аварийного жилья. В рамках региональной адресной программы в прошлом году уже была построена и введена в эксплуатацию первая очередь на 70 квартир. Теперь ожидается сдача уже 197 квартир. Я приехал убедиться, насколько быстро и своевременно выполняется график работ. Ну, по докладам все получается. Вы видите, что контур закрыт полностью, тепло поддали уже в первые два подъезда всего, это трехподъездный дом, и приступили к внутренней отделке. Поэтому подрядчик говорит, что в соответствии с графиком до конца года дом будет сдан. Строительство должно быть окончено к 1 декабря, после чего начнется заселение. А еще раньше подрядчик завершит благоустройство придомовой территории. В этом году погода еще помогала нам. То есть благоустройство сделано в объеме где-то порядка 95%. То есть осталось посадку деревьев и черный грунт завести. Асфальтное покрытие везде все уложено. Жить в этом микрорайоне будет комфортно, считают в мэрии. Здесь строится поликлиника, запроектирована школа, уже возведен детский сад. Нам помогает очень сильно эти бюджетные федеральные деньги для расселения, для задачи расселения людей из ветхого жилья. Это старые дома. Ну, назвать их в полной мере бараками, может быть, нельзя, но это по сути своей как раз вот дома, постройки из дерева. Но некоторые довоенные дома еще. Конечно же, ненормально, когда в 21 веке жить в таких условиях, поэтому мы решаем эту задачу. Всего же в этом году в Новосибирске по этой программе необходимо обеспечить жильем более 700 семей, то есть почти 2000 человек. Большая часть из них переедет в квартиры, купленные на вторичном рынке. Но на этом расселение из аварийного и ветхого жилья не прекратится. Начнут работать другие программы, а значит, будут строиться и новые дома.